прошедшем 2015 году настоящим подарком для уфимской публики стало выступление солистов арт-проекта «Тенора 21 века». Совместно с молодежным симфоническим оркестром они исполнили популярные арии и песни в свойственной им задорной манере. Ну, в следующем году мы отмечаем десятилетие уже нашего проекта. И сейчас 7 человек, которые постоянно работают в проекте, и 3 так называемых специальных гостя, которые всегда с нами были, но сейчас по своим контрактным обязательствам работают в разных странах мира, и приезжают на наши самые важные концерты. Мы их заявляем как специальных гостей. Вот в этом составе мы существуем. За это время было создано, мы сейчас посчитали, 42 концертные программы. Спето, я не знаю, более, наверное, 1000 уже произведений. И, в общем, мы движемся все время вперед. Создавался для того, чтобы каждый человек, который является солистом оперного театра, он мог спеть все, что ему по душе, все, что он никогда в жизни не споет в своем театре, потому что я сам, как директор Московского оперного театра, я могу сказать, что когда у солиста есть свой репертуар, ну, ему надоедает 5 раз в году петь Ленского, еще какую-то другую партию и так далее. И, конечно, ему хочется что-то петь еще. Поэтому и оперные наши концерты строятся по принципу «поем все, что не идет у нас в театрах». И, конечно, ребята все хотят выступать в каких-то других жанрах. Поэтому у нас программы есть и латиноамериканское танго, танго советского периода 30-40-х годов, военные песни, детские песни, программа неаполитанских песен с разными составами оркестров. То есть все, что практически возможно. Песни советской эстрады 60-х, 70-х годов. Несколько программ целых можно вот выбирать, составлять несколько концертов. Поэтому нам, мы сами от этого получаем большое удовольствие. Это такая отдушина. Естественно, есть песни так, общие, как так называемые, и сольные. Естественно, общих произведений на концерт буквально там третья часть, а все остальное сольные произведения обязательно. Этим мы и отличаемся от коллективов, с которыми нас путают. В принципе, ни на что времени не хватает с нашей занятостью, но это интересная жизнь, потому что сидеть в театре, ну, наверное, это интересно, как до поры до времени. Мы уже объездили, в принципе, на территории нашей страны мало белых пятен, и скоро их не будет, так что все в наших руках.
Проект интересен тем, что оперные певцы могут в рамках концертной программы хулиганить с очень высоким уровнем этого хулиганства. То есть, когда произведение исполняется абсолютно правильно, как написал автор, причем это должно, проект называется «Тенора 21 века», следовательно, как-то название подразумевает, что исполняться должно хорошо оно, как минимум. Вот, поэтому при этом исполнении допускается большое количество вот такого сценического хулиганства в хорошем смысле этого слова. И интересен проект тем, что, конечно, когда мы начинали это все хозяйство, никто не думал, что разрастется до 200 концертов, вот это все в год под 200, там, за 150. А ведь еще и собственные всех проекты, а еще и собственные какие-то у кого театры, у кого-то оркестры, у кого-то сольные программы. Я когда учился еще в институте, в музыкальном училище, даже хотел спеть Ленского, хотел спеть какие-то вот роли, да, определенные. Когда я отработал уже много лет в театре, как-то вот это все уходит, потому что ты уже поешь, ты поешь лучших композиторов мира, ты поешь с лучшими оркестрами, с лучшими дирижерами. Там несколько все серьезнее и несколько все... как бы по-солдатски все-таки, вправо-влево нельзя. А вот здесь есть возможность немножечко вспомнить детство. Вот этого хулиганства, все-таки чуть-чуть мы возвращаем себе это детство маленькое, пытаемся протянуть. И вот этих программ, их очень много. Тут только меняются оркестры, дирижеры, города, страны. Публика воспринимает это всегда отлично. Вот. Но, опять же, тут весь смысл, чтобы это как это поется. Это должно петься лучше, чем у оригинала. Тогда это будет очень, тогда это будет вкусно и здорово. Ну, замечательные голоса, редкостной красоты и исполнения, хорошая постановка самого исполнения этими тенорами и подбор самих песен итальянских – это просто замечательно, под ихние голоса. Смотрится, слышится исключительно. Их игра между собой усиливает восприятие и театральность этой постановки всех этих голосов. Это большое событие, мы ждали его почти 2 месяца, купили билеты заранее и были приятно удивлены, что у нас в городе есть еще молодежный симфонический оркестр, который играл великолепно. И я вспоминаю своего отца, который ходил на приезжавшие, это были 70-е, год 60-е, событие было для Уфы, когда приезжали из других городов симфонические оркестры, а теперь мы такие богатые, у нас несколько симфонических оркестров. Ну, а вот этих великолепных мастеров, теноров мы слушали 2 года назад в городе Айанапе на Кипре. И это был праздник для всего города. Они пели под открытым небом, шел дождь. И это было, ну, какое-то незабываемое впечатление.